В минувшую пятницу в Красной мечети в Астрахани силовики провели рейд после пятничного намаза. В полиции операцию объяснили проверками в отношении мигрантов. Прихожане, ставшие очевидцами события, сообщают, что силовики блокировали верующих на выходе из мечети, сформировав два узких коридора для прохода и проверяли документы у всех выходящих. На кадрах видно, как к мечети подогнали автобус и несколько микроавтобусов, которые наполнены задержанными. Вот так вот. Понагнали полицию, всех проверяют документы. Люди не могут выйти, ни дети, ни старики, никто. Забирают в автобусы, у кого документов нет. Возмущение прихожан и пользователей сети вызвали кадры, где человек в штатском наносит по задержанному, находящемуся в лежачем положении, удар. Это что такое? Скорую вызывайте! Вызывайте скорую! Вот это в очках, который в сумке стоит, я у него ударил лысый. Вызывайте скорую! Скорую вызовите! Язык посмотри, язык посмотри, да? Назад, сдайте назад. Реакция на действия силовиков со стороны местного духовенства пока не поступала.